Здорово, ребзики. В общем, забрал я здесь еще ништячочки. Сейчас покажу. У нас будет легкий там рулевой вал кастомный. От оригинального мы избавляемся, поэтому пришлось купить. Ну как пришлось? Просто на самом деле надоели там болтающиеся рули, поэтому решил я разориться один раз и купить уже ригу. Будет у нас стоять UMP быстросъем. Вот такого рода. Короче, он идет не на шлицевом соединении. Сейчас, если получится, на месте рассоединю. Вот так делаю. Пам. В общем, здесь, смотрите, вот такие вот, как это, направляйки, что ли, назовем. Это все еще фиксируется вот такой вот направляйкой, которая не дает влево-вправо крутиться. Ну и здесь такие металлические скобки. Очень все плотно садится. Понятно, что поставим руль, потом попробуем. Ну и здесь самое главное, есть вот такое, вот такая приварная часть. Ничего не надо изготавливать, колхозить и все такое. В общем, будем смотреть, пробовать. Потом обратную связь дам, болтается он или нет. Ну, сколько он стоит, мне кажется, он болтаться не должен. Но еще один момент, почему нам нужно его поставить. Потому что просто так из машины будет не вылезти. Мы там кое-за что заморочились, и руль снимать в любом случае придется. Поэтому без быстросъема никак. Ну, иначе я бы его не стал покупать, потому что за двадцатку вот он нахрен не нужен. Есть как бы части, моменты, куда стоит первоочередным вложиться. Но, короче, пришлось взять. Ну и рулец пока взял. Как бы это в любом случае будет мотомек или мотами, как его правильно назвать. Но пока что в наличии трехспицевого не было. Поэтому я взял пока у ребят двухспицевый на примерочку. Вот так вот он выглядит. Ну, короче, кайфовый, прикольный руль. Жесткий, не гнется, ничего. То есть Италия, Рига. Но хотелось бы трехспицевый. А может,